Всем привет! Сегодня хочу показать интересный способ, как подобрать к рамке готовой подходящее изображение. То есть для этого сначала я отсортировала изображение, нашла в интернете то есть тему, которая меня интересует. Вот в данном случае я хотела, чтобы это были цветы в технике акварель или живопись маслом. Рамка тоже сделана своими руками. Значит, уже более-менее подготовлена, уже понятно, какой она будет по цвету. Ну и также мне нужно учесть, какой у меня интерьер, в каком стиле, то есть какого цвета обои, ну и так далее. Вот смотрите, как бы я подставила рамку, и в данном случае сейчас у меня включен показ слайдов той папки, в которую отобраны вот возможно, подходящее изображение. И вот так, упражняясь в течение какого-то времени, можно выбрать то, что вам действительно нравится. Вот. Рамок у меня несколько, не все они в золотом фоне. Есть белые, там есть с бронзой. И таким образом можно что-то как-то выбрать, не прибегая к услугам магазина. Ну и там. И, в общем, не покупая готовую работу. Ну вот, всем, кому было полезно, я очень рада была об этом способе рассказать. Сейчас я подставлю другую рамку, если получится, и посмотрим, что будет дальше.